Всем привет, меня зовут Настя, вы на канале «Жизнь в Англии». И сегодня приехали в очередное интересное место. У нас каникулы продолжаются. И вот смотрите, что здесь. У-ху. Мы приехали на тропу, где динозавры и должны быть еще супергерои. Вот, идем. Тут вообще по краям стоят очень много развлечений, но в связи, наверное, с вирусом или почему-то это все дело закрыто. Вот, нам туда. Наше приключение начинается. У нас есть все скульптурки, которые надо найти. Все, идем искать? Так, идем искать фигурки. Ух ты, смотрите. Ух ты, какой же динозаврик. Так, кто у нас? Смотрим по списку. Это не Велоцираптор. Нет. Так, смотрим. Миш, где тут? Давай, показывай, помогай. Ну, читайте. Может быть, это еще и не все даже. Так, нам кого надо найти? Килоксов. Так, вот это кто такой? Кто? Ну, а мы еще не видели имен стегозавра. Ну, как его зовут? Дай имя. Самое первое. Да. Долис? Да. Он, его зовут Долис. Да, Дорис. Белонг 40. Отлично. А имя у этого стегозавра какое? Салей. Сали. Да. Вот у нас есть стегозавр. Из Гуачонгвучай. Такого. И он у нас был примерно среднего размера, где-то примерно 4 метра длиной. Это велоцираптор. Это велоцираптор? Ага. Точно? Он нашел. Острые зубы. Но ты прав. Длинный хвост. Да. Это велоцираптор. И сосна. Лося. Рози. Его зовут Рози. А вы пропустили кости динозавров. Смотрите, какие большие. Я видел. Его зовут Дайс. О, смотри. Его зовут Дейзи. Мам. Да. Смотри, что там. Там еще там небольшой. Он такой-то длинный. Да, но я же не боюсь динозавров. Это какой-то делай. Это аллозавр. Аллозавр, да. О, я знаю аллозавр. Вот корова. Вот корова. Прикольно. Тут и динозавры, и коровы. Так, динозавры закончились, и теперь у нас... О, какая интересная коробочка. Фирма. Если что-то, emergency, что-то случилось, можно взять рацию и позвонить. А, сейчас мы зашли в часть вот этого всего пути, которая связана, приурочена к ферме. Ух, сколько там коробок! Можно молочко там подоить, да? О, сколько коров! Так, не разбегайтесь. Так. Я вижу там лошадь. О, ну подождите, там дойдем. Свинка. Мась, а прочитай, как эту свинку зовут. Так, это кто? Свинья. А это кто? Свинки. Поросята. О, а здесь похоже кто? Лошадка динозавр. Лошадка динозавр. Нет, это не лошадка.
Ослик! О, было же написано не трогать! Не трогать! Не трогать! Не трогать! Мамы! Читаем, Что это за буква? Пи. И. Мы идем дальше, и следующий раздел, следующая часть называется животных или что-то типа того. Такие покрытия здесь повезло, что дождя не было недавно. Как быстро он умеет бегать? Кабанчик. Он очень быстро бегает. Потому что он же не взрослый, и кабан. 48 километров в час. О, здравствуй, тигр, да? Бен! Привет, тигр. Да, тигр зовут Бен. Так, молодцы, мальчишки. Тигра. Ой, извиняюсь. Было сказано, никого не трогать. Так, Бен у нас бенгальский. Да? Да, это зебра по имени Зак. Угу! Да, туда нельзя. Ну, что бы там были? Вон там пумба стоит. Начал. Да у нас тут вопрос. Папа отвечает на вопрос. Сколько всего ядовитых змей? И все это надо здесь вычитывать? Фоткаемся. Кто это такие? Этуле! Как его зовут? Этуле! Почти. Так, страуса зовут Оскар. Давайте читать, что это за мир. О, это подводное царство. Мы направляемся. Римский. О, море. Дети. Нептун известен так же, как Куримлин, как бог моря. Так, дети, не трогайте ничего, еще раз говорю. Все повалится? Что это такое? Как его зовут? Воду ищет. Подземный клад, наверное, подводный. Северный. Следующий раздел – это полярный регион. У-ху. Какой большой северный мишка, да? Он в регби любит играть, да? Дикий запад. Да, так вот называл. Они жили. Да, эта палатка называется вигвам. Видите, как она сделана? Ставятся ветки. Мир фантазий. Рыцарь. Найт. Китов. Найт. Это рыцарь. Спасибо.
Ну и как? Его зовут Твинкл. Как зовут? Миёны! Правильно! Супермен! Так, что здесь написано? Вы заходите в мир супергероев. Мир супергероев. Мир гигантов. И следующий у нас раздел — мир гигантов. Мальчишки уже побежали. Да. Макс, что это за животное? Ули. Мама. Правильно, это мама. И я. Ну-ка, кто это такой? Тиле. Его как-то зовут. Как его зовут? А, вот мама, и закончилось. Домой? Вот нет, и закончилось наше приключение. Вот такое у нас сегодня было приключение по такой интересной дорожке, где были и динозавры, и всякие другие животные. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до встречи в новом видео. Всем пока!